Любовь повсюду. В преддверии Дня Святого Валентина Одесский зоопарк объявил традиционный конкурс «Пара года». Выбирать самую влюбленную пару будут путем голосования. А дать свой голос может каждый одессит на странице в Фейсбуке Одесского зоопарка. В этом году в конкурсе принимают участие 11 пар. Это верблюды, нутрии, лошади, олени и многие другие представители фауны. Символично, что лидируют в гонке зрительских симпатий именно тигры. За них отдали 178 голосов. На втором месте пока держатся белки – 144, а замыкают тройку лидеров пони – 125 голосов. Активно голосуют также за пару нутрий, а вот остальные влюбленные пока не набрали и сотни голосов. Кандидаты на самую романтичную пару каждый год разные и выбирают их по особому критерию. Мы смотрим там по приплоду, которые дают эти животные, то есть это уже как реализованная любовь, или от кого мы планируем получить приплод. Но я вам скажу, что все пары, все виды животных из этих 11 видов, приплод уже был у 10, пока не было только у Филзум. Вот, но мы ждем, тоже надеемся от них получить уже результаты их любви. Директор зоопарка сознается, за отношениями животных всегда интересно наблюдать, ведь у них все как у людей. Бывают и разногласия, и радостные эмоции. Они живут в своем маленьком мире, но все же их трепетные и волнительные отношения видны даже через ограждения и клетки. Вот у нас мартышки, там вот лапундеры. Они настолько похожи на нас, и они мыслят, в общем-то, так близко, и у них даже в семейной жизни все как у людей. То есть они очень ценят верность, но при этом не соблюдают ее. Это интересная черта, вот свойственная для обезьян, потому что, допустим, волки, у них любовь очень нежная, все, они ценят верность и всегда ее соблюдают, всегда. По словам администрации зоопарка, конкурс «Пара года» и стал успешным, потому что он живой и настоящий. Напомню, в прошлом году лучшей парой года по версии одесситов стали медведи Поляна и Бумер. Кто же удостоится этого звания в этом году, узнаем 14 февраля. К слову, победителей ждут еще и вкусные подарки. Кристина Черновалова, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».